Привет, привет, ребяточки! Всем привет с Аляски! Я опаздываю просто жутко, поэтому сейчас вам быстренько-быстренько покажу довязанную шапочку с шарфиком и помчусь на занятия в школу. Вот, что у меня получилось. Шарфик вы видели вчера. Я его постирала. Он стал поменьше. Честно признаться, мне шарфик больше нравился, пока он был не стиранный. Он как-то лучше держал форму. Но зато сейчас он стал такой мягкий, примягкий и классный на ощупь. В общем, вот такой вот получился результат. Все равно, конечно, здорово, очень красиво. Я обязательно что-нибудь еще свяжу таким рисунком. И вот такую свояла шапочку. Вчера быстренько из остатков ниток. Шапочка мне нравится. Очень неплохой получился вот такой результат. Вот. И вот такой хомут на шею. Это просто подарок. Естественно, никаких денег не возьму. Это был мой эксперимент. И я его подарю как в нагрузку к основному вот этому комплектику. Я вернулась с занятий. Сегодня четверг, и впереди 3 дня выходных. Ура, ура, ура! Я обожаю четверги. И по дороге я заехала в магазин и покажу, что я купила. Это у нас мясо, говядина на косточке. Очень хочу борщ. Прямо поняла вчера, что соскучилась безумно по борщу. И вот поэтому купила и захотела именно на косточке такой вот, на мозговой. Дальше. Молоко. Молока я сейчас стараюсь не пить. Поэтому я вот купила груши. Буду варить компот из груш, как я варила из яблок. Очень мне понравилось. Но молочко все равно иногда, когда-никогда пью. Во-первых, во-вторых, добавляю в чай. А в-третьих, хочу сделать пшенную кашу. Олечка у меня есть, Оля Буланова из Киева. Олечка, спасибо огромное-преогромное. Она показала, прямо сделала видео, как варить пшенную кашу на воде. А потом я буду добавлять молоко и, может быть, кипяченое молоко, может быть, даже холодным, не знаю. Но прямо хочу, она готовила. У меня слюнки текли, и так все просто, быстро. Все так хорошо показала. Олечка, спасибо еще раз. Вот, дальше, значит, купила English Breakfast чай. Обычно я покупаю Липтон, но Липтона сегодня не было в магазине. И я такой вот уже раньше брала, хороший чай, вкусный. Лук-чеснок, покончался лук-чеснок. Для борща все есть, кроме вот как раз лука с чесноком. Купила опять спаржу, последнее время я полюбила спаржу. В этот раз я взяла тоненькую вот такую. Чтобы не чистить, не мудохаться с ней, попробую варить ее просто так, не очищенную. Вот эти вот, которые чуть потолще, может быть, капельку совсем подчищу, а остальные, они вот такие прямо тоненькие, притоненькие у меня в этот раз получились. Ну, а вот это мой сегодняшний обед. Ничего у меня нет готового, заранее ничего не приготовила. Поэтому купила вот такой салатик. Это, не знаю, что тут вижу, и сырок там есть, и овощи. И с курочкой. Вот это вот такая порция мне сегодня на обед. Сейчас прямо я ее и съем. И вот, кстати говоря, еще забыла показать клубочек ниток. Вот такой вот у меня, бежевого цвета. Пока не знаю, что я хочу. Просто очень понравилось, нравится. Я уже покупала такие качества ниток, толстые, для шапочки или вот для такого шарфика на шею, шарфика трубы. Не знаю, пока просто вот купила такой моточек. Девчоночки, смотрите, какая у меня вышла бабочка. Вот в такой осенний пасмурный день я поднимаю себе настроение яркими цветами. И хочу с вами тоже поделиться этим хорошим настроением. Бабочка, она, конечно, еще как голая. Она не обшитая. И я уже говорила, что вот эти все цветочки, все контуры, они как бы оживают, когда вот их обшиваешь по контуру. Но бабочку я не могу сделать это пока с бабочкой, потому что нужно, чтобы все вокруг, все до единого было вышито. Вот, то есть вот видите, например, вот эти цветочки обшиты по краю, потому что все, они полностью готовая веточка, и здесь полностью готовая веточка. А вообще, девчонкам, кто вышивает, я бы посоветовала делать вот этот бэкстич, задний стежок, сразу же по мере отшива. То есть вот как только какой-то готовый кусочек, сразу же его
обшивать, как я, вот эту веточку. Сейчас, как только заполнится пространство вокруг бабочки, я тут же обошью и бабочку. Очень трудно на самом деле делать вот этот задний стежок. Не то чтобы трудно, это очень муторная работа. И если оставить все полностью на потом, то можно просто умереть, делая вот эту обшивку, и возненавидеть ее на всю оставшуюся жизнь. Поэтому для того, чтобы не так это было нудно, это стоит делать, мне кажется, по ходу вышивки постепенно. Все. Я получила колоссальное удовольствие сегодня, сидя и вышивая вот эту бабочку. И у меня вот здесь компьютер. Я смотрю «Мастер-шеф», новый выпуск, который вышел вчера или позавчера на Украине. Очень нравится мне эта передача. Начала я смотреть ее из-за Самвела, блогера. А сейчас уже втянулась и с нетерпением жду следующих передач. Вот. А на улице уже темнеет. И я пойду варить борщ сейчас. Пойду варить борщ. Я уж не буду показывать, как я варю борщ. Я много раз это делала. И у меня есть даже отдельное видео, как приготовить борщ. Просто покажу, что... Помните, я покупала капусту и морковку цветную? Вот оно пролежало в холодильнике очень долго. Ну, наверное, месяц. Я купила, забросила и так ничего не приготовила. Оно вот такое свеженькое, просто как будто бы только сегодня его сняли с грядки. Морковочка, вот посмотрите, какая свежая, твердая. В общем, все очень хорошо, на удивление, сохранилось. И вот сейчас из них как раз я и буду готовить борщ. Мне самой интересно, какая внутри будет эта морковка. Сейчас разрежу и покажу. Ну, капусту красную, наверное, все видели, какая внутри. Вот такая она, на самом деле, очень красивая. А морковка меня поразила. Вот она оранжевая, а край у нее ярко-ярко бордовый, как свекла. Смотрится обалденно красиво, конечно. Вот, посмотрите, какое у меня сегодня здесь буйство красок. Красная свекла бордовая, бордовая с оранжевым морковка. Я понимаю, конечно, что оно все утратит цвет, что мне написали девочки, что свеклу, ой, вот эту капусту лучше делать в салат, потому что, когда ее сваришь, она потеряет свой цвет. Но все равно я надеюсь, что хоть немножечко останется оттенок такой фиолетовый. Кстати, мой самый любимый цвет. Вот я сейчас готовлю и морковка бордовая, и свекла. В общем, с нетерпением жду, что получится у меня сегодня. Ну и раз уж пошла такая пьянка, режь последний огурец, а вернее морковку. Помните, я тогда покупала два вида морковки. Вот одна была бордовая, другая была такая желтая. И мне, конечно, морковки достаточно, поэтому я сейчас отрежу просто небольшой кусочек, чтобы ради интереса посмотреть, что же с этой морковкой внутри. Конечно, очень сильно она отличается. Если вот это внутри как обыкновенная оранжевая морковка, а только с краю бордовая, то вот эта морковка белая, она везде белая. Такого вот цвета. И я попробовала на вкус. И хочу сказать, что вот это слегка с привкусом свеклы. Она как бы вот морковь с легким привкусом свеклы. А вот эта морковка, она... такая очень сладкая, мне кажется, даже слаще, чем обыкновенная. В общем, изрезала всю белую морковку тоже. Бывают борщи свекольники, а у меня сегодня будет борщ морковник из двух видов морковки. Вот такая у меня красота сегодня. Свеклу, конечно, я тоже добавлю. И мясо мое почти готово. Такая мозговая косточка. Самое вкусное в этой косточке вот эти вот мозги внутри. Ой, такая вкуснятинка с солью. Папа раньше, мы воевали за эти мозги в косточке. Он выбивал на ложку, а потом между нами сестрами делил. И вот с тех пор я обожаю вот эти мозги в косточке. В общем, ладно, пока отключаюсь. Дальше ничего необычного у меня происходить не будет. Как доварю больше, тогда я покажу уже, что у меня получилось в окончательном варианте. Ну, такого борща у меня еще ни разу не было. Эта капуста мало того, что сама цвет не теряет, так еще и все окрасила в свой цвет. Вот такая чернильная вода получилась, чернильный бульон.
Цвет на самом деле очень красивый. Вот. Зажарка у меня уже готовится. Не знаю, какой цвет получится при соединении со свеклой. В общем, я такой вот сегодня экспериментатор. Отчитываюсь о проделанной работе. Борщ у меня сегодня получился чудо как хорош. Как никогда. Густой, наваристый цвет, как я обожаю. Вот такой темно-бордовый. Он станет еще лучше на следующий день, когда и картошечка пропитается вот этим цветом. Ой, я его уже попробовала, и на вкус он очень-очень у меня сегодня вкусный. В общем, вот так. Вот сейчас буду ужинать. Приятного мне аппетита. Ну вот и все, мои дорогие. Я с вами на сегодня прощаюсь. Всем желаю счастья, удачи, хорошего настроения и пока-пока!